это настоящие магаданские крабы. С Магадана. Вот, я их первый раз вижу, сейчас попробуем. Я пока еще не попробовал. Не попробовал, да. Лина просила, чтобы... Раз, прислал. Вот, они на краб. Да. Ну они крупные такие, вот это нога похожа, походу, да? Ну это здоровая. Вот нога, не? Подожди. А вот ее этот. Вечно, подожди. Вкусно? Вот это кости ее. Да, здоровые кости такие. Это тебе не раки. Это тебе не раки какие-то, да? Спасибо. Настоящие магаданские крабы. Вау! Круто! Ништяк. Блин, я как люблю всякую экзотическую фигню, короче. Совсем чуть-чуть, но, блин, это, блин, вообще деликатен. Сейчас накроем на столик. Потом в компьютер закончу. Так, мы уже готовим, накрываем на стол потихоньку, короче. Но я уже не выдержал, пробую крабу пока. Вот. Эти крабы выловлены в Охотском море, значит, да? Как их готовят, мне сейчас дают рассказывать. И прямо ловят, о, еще рыбу. А рыба откуда? Это Краснодар. Это из Краснодара рыба. Короче, со всего, со всей России, короче, продукты, да? Вот куда? Крабы выловлены именно не с магазина, да? Прямо выловлены. Да-да-да. Это не магазинные крабы, короче. Они прямо выловлены с Охотского моря. Их вылавливают, кидают в воду. Спасибо. Их вылавливают, значит, кидают прямо же в эту же воду, короче, ну, с моря. И так же, как покраснели, их сразу таскивают. Так что это никакие не магазины, нифига, просто они долго ехали. Да, подожди, это что, просто коньяк? Ну вот, в общем, ништяк, да? Я уже их попробовал, ништяк. Единственное, что их варят, оказывается, без соли. Вот если немножко посолить, это вообще супер получается. Угу. Да, солью гораздо вкуснее. Видимо, Охотское море не очень соленое. Я понял. Да. Солью гораздо вкуснее, даже еще мало. Ну, примерно так. Супер. Я пойду на Охотское море крабов ловить. Короче, что я хочу сказать. Все деликатесы, которые я попробовал, короче, все оригинальные вещи, это все я у Давида попробовал. Сейчас я перечислю все, что я у Давида попробовал, короче. Значит, вот это сейчас крабы здесь лежат на столе, да? Настоящие, с Охотского моря. Ну, про рыбу не говорю, там корюшка всякая, фигня, короче, такая рыба, которая нигде, это с Краснодара. О, ну, что откуда, короче, в общем. Медведя попробовал? Нормально, короче, а? Дикого кабана попробовал у Давида? Он дикий был, грузинский, не сибирский. Грузинский, не грузинский, какая разница, где бы я его еще попробовал? Да? И эту самую акулу еще попробовал. Сушеную, правда. Акула была нарезанная в этом самом. Молоке, да, я не знаю. Короче, как-то приготовленная посуда. В общем, не такой запомнительный. Да. Все деликатесы, которые я пробовал, то у Давида, короче. Вообще нигде, короче. Ну, такие вещи, которые не продаются в магазинах именно.